Эволюция вместо революции. Глава городского Дептранса Вадим Кормилец рассказал, каким будет второй этап внедрения новой маршрутной сети, который начнется 1 июля. Судя по комментариям чиновника, который он дал Омскинформу, ведомство сосредоточится на внедрении новых маршрутов и корректировке или закрытии старых, непопулярных у горожан. В итоге, по мнению Кормильца, измененная маршрутная сеть должна способствовать повышению эффективности транспорта, увеличению наполняемости автобусов и троллейбусов, удалению автобусов малого класса из центра города. Впрочем, главное, к чему стремятся специалисты, сокращение времени поездки, независимо от начального и конечного пункта. При этом работу будут вести размеренно, чтобы пассажиры успели привыкнуть к новшествам. Маршруты будут первое время частично дублировать друг друга. Конечно, долго это бюджет города себе не позволит. Речь не о каких-то заоблачных годах. Смело могу сказать, что уже с 1 июля начнется внедрение очередного этапа новой маршрутной сети. И в течение 2023 года мы планируем ее обновить.